я, наверное, еще несколько вещей скажу, которые важны для того, чтобы наш сегодня разговор состоялся. То есть помимо того, что я занимаюсь в основном, ключевая вещь, которой я сейчас занимаюсь, из 2007 года как коуч, я, по сути, работаю с руководителями компаний, с владельцами компаний и с командами. И делаю это не только с компаниями, которые занимаются бизнесом, но также и с благотворительными фондами и вообще со всеми теми клиентами, которым такая помощь нужна. И что делает коуч? Коуч, как известно, человек, который является инструментом развития других людей и помогает в развитии. Лидерское развитие, в принципе, как категория, для меня стало интересно, когда в 2007 году я познакомился с профессором Энсиада Станиславом Шикшнёй. И я был, наверное, одним из худших сотрудников PricewaterhouseCoopers. Я работал 10 лет там. И мне кажется, что я, в принципе, никогда не становился сильно лучше, но почему-то меня после этого коучинга повысили через позицию. И я подумал, что-то в этом коучинге есть. И решил этому учиться и работать уже как коуч дальше. За свои, собственно, 10 лет в PricewaterhouseCoopers я работал как управленческий консультант, работал в департаменте налогообложения, а, соответственно, лет 5 своей жизни я дал на проект «Сочи-2014». И де-факто был сначала единственным человеком, который искал весь тот опыт, который есть в международных, так сказать, наших офисах, которые занимались в фирме Олимпийскими играми. И мы пытались, так сказать, какую-то пользу принести оргкомитету «Сочи-2014». И потом мы выиграли проект, стали эксклюзивным консультантом игр, и у меня в какой-то момент даже был такой титул, я был руководителем Центра спортивной экспертизы. На самом деле, не могу сказать, что у меня какая-то экспертиза прям была уникальная, я скорее аккумулировал все эти знания, которые есть в мире про игры, и с оргкомитетом «Сочи» взаимодействовал для того, чтобы... Ну, вот этот проект, который мне казался просто абсолютной мечтой, и мне кажется, что мы сделали действительно максимум. И я до сих пор помню вот это чувство абсолютного счастья, когда к концу игр, во-первых, они не только состоялись, потому что до последнего мы думали, что не получится ничего. И еще до Крыма, когда было какое-то потрясающее ощущение того, что просто какая-то мечта сбылась, и это было просто удивительно. Моя давняя мечта поехать поучиться за рубеж совершенно неожиданно сбылась. Как раз до игр, когда все интеллектуальные и умные штуки консультант, по сути, уже должен был сделать, там больше 200 проектов таких консультационных мы реализовали, я решил, что, наверное, можно подумать об этом образовании. И в 2012 году, как раз, когда я совершенно случайным образом, как раз через это сообщество Global Shapers, встретившись с Сергеем Гуриевым, который как раз тогда... Ну, кто знает Сергея Гуриева, поднимите руку. Очень хорошо. На самом деле, он заслуживает гораздо большей благодарности за все, что он сделал. Вот, он сказал, слушай, создается это сообщество, и, соответственно, дальше выбирали ребят, которые поедут в Давос. И в 2012 году я попал в Давос, и, собственно говоря, очень глобальный взгляд открывается на мир, когда ты присутствуешь в некой мекке бизнесменов глобальных. И там тема лидерства звучала тоже очень ярко. В общем, если коротко, то я решил пробный шар бросить и попробовать поступить. И я подумал о том, как же сложно, занимаясь олимпийским проектом, по сути, ты 24 часа в сутки вкалываешь. Понятно, что Олимпиада — это необычный проект. Ты реально отдаешь себя полностью. Плюс для меня это был очень близкий моему сердцу проект, потому что я все хотел что-то для страны сделать, так сказать, что-то ее спасать все время, и до сих пор, по-моему, хочу. Вот мне это было очень важно. И здесь тема лидерского развития лично для меня встала как никогда. Потому что я понял, что если я реально хочу поступить куда-то учиться, то надо сдавать GMAT, надо готовиться, надо что-то для этого делать. А что это означает? Это означает, что ты должен в этих 24 часах, которые так заполнены, находить время для того, чтобы еще и готовиться. Я решил, что, наверное, надо не просто там мечтать о том, что ты куда-то поступишь, а надо просто попробовать. Просто сдать экзамен, один раз попробовать. И так случилось, что я только на одну программу подался, как раз в Ельский университет.
И думаю, я реально без шансов эти все экзамены сдать. Это очень тяжело. Я просто не понимаю, как это успевать. Я в этот же момент готовился к первому марафону в Напа-Вэлли. В Калифорнии был марафон первый. И я отчетливо помню вот это время жизни, когда ты на беговой дорожке, перед тобой iPad с YouTube-роликами по тому, как готовиться к GMAT-у и TOEFL-у и всему остальному. Я понимаю, что у меня сейчас длинная тренировка, и я чаще даже выбирал готовиться на беговой дорожке, потому что тогда я могу параллельно учиться. И я бегу свои там час-полтора, сколько нужно пробежать. Я вообще не очень понимаю, что я бегу, и я просто реально учу все время. При этом идет олимпийский проект, при этом я учу все, что связано с подготовкой к экзамену. В общем, здесь, мне кажется, очень важный урок для меня. Что меня реально сподвигло? Я просто принял решение, что я буду готовиться, когда я понял, что так, жизнь проходит. Что я буду делать дальше? Игры заканчиваются, мечта учиться есть. Надо попробовать, да? И я просто понял, что если я сам не буду вот проактивно свое будущее создавать, то никто за меня его не создаст. Потому что я в противном случае буду жить, реагируя на обстоятельства и на все, что со мной происходит. И вышел скорее из позиции, там, ну, не то, что жертва, да, а скорее человека, который живет в этом сумасшедшем потоке, и сказал, я попробую. И просто количество часов в неделю, которое стало, поготовлюсь, посмотрим. В общем, короче говоря, отправил все свои документы. И так случилось, что вот этот пробный шар оказался успешным. И в августе 2013 года мне пришлось сделать выбор в пользу того, чтобы уехать учиться. И, соответственно, я уехал учиться. В Йеле я учился 2 года на магистерской программе. И здесь что важно знать о таких университетах, как Йель. Это концепция либерального образования. Liberal arts education, да. То есть я приехал в Йель, и у меня, по сути, выбор был, ну, просто феноменальный. Из 16 предметов, которые мне нужно было получить, чтобы получить диплом, то есть по 4 в каждый семестр, 3 было обязательных. То есть представляете, какой уровень свободы того, что ты можешь брать и что ты можешь изучать. 3 было обязательно. А 13 получается? А 13 по выбору. То есть вот этот огромный университет, и ты, по сути, можешь брать все, что ты хочешь с определенным... Ну, конечно, ты должен выбрать концентрацию какую-то. И я эту концентрацию выбрал. Я решил, что... И в августе 2013 года еще никто об этом не говорил. Я выбрал концентрироваться на Азии, именно на Китае, да, на политэкономии Китая, потому что мне казалось, что... Ну, явно рост Китая невозможно игнорировать. Очевидно, что для мировой экономики он очень важную роль играет. И будущее России и Китая также будет связано. Но еще не было Крыма, еще не было поворота на восток. И это была такая стратегическая ставка, которая просто была мечтой. То есть у вас тут все про мечты, мечта, и это была мечта. И если честно, у меня есть такая любовь ко всему сложному. То есть, когда я делаю что-то сложное, я автоматически чувствую себя счастливым. Мне это всегда как-то очень нравилось. Я решил, что я буду заниматься Китаем, и так как я в бизнес-консультировании, буду параллельно времени проводить в бизнес-школе, раз мне разрешают любые предметы брать. И, в общем, все про историю Китая, соответственно, язык я учил. И тут один из лидерских уроков — это то, что Йель абсолютно загнул все мои какие-то понты и пальцы. Потому что я был... Ну, в общем, какого-то успеха в корпоративной карьере достиг. Был сопредседателем правления Big Brothers Big Sisters, фонда наставничества, значит, так сказать, с какими-то важными бизнесменами в совете директоров. Очень любил тему наставничества и чувствовал, что я какой-то что-то создаю, что я какой-то важный, вот, какую-то пользу вот, этой стране. Общался с всякими умными людьми высокопоставленными. И приезжаю я в Йель, начинаю учить китайский. Естественно, как вы думаете... С кем я учу китайский? Каждый день, часов по 5, я трачу на то, чтобы подготовиться к ежедневному, внимание, ежедневному экзамену. Ну, он длится просто несколько минут, но, по сути, тебя тестируют на все, что ты вчера выучил. 8-10 человек сидят за потертым, так сказать, старым столом, и им всем по 18 лет. И самое интересное, они все в 10 раз умнее меня. Потому что это лучшие, это Йель, это лучшие студенты своего, так сказать, своих школ. И они моментально все понимают, плюс они моложе. Мне сейчас 34, тогда было там 30, сколько, 2, да, 31.
И я понимаю, что вот он реальный лидерский вызов. Плюс, естественно, китайский это ни на что не похоже. То есть наша память работает так, что нам всегда нужна референтная точка, да, чтобы что-то, что мы учим, было похоже на старое, и мы обычно новые понятия объясняем через старые понятия. Китайский вообще ни на что не похож, и ты должен разбираться вообще с тем, а как ты учишься лучше, а как правильно учиться, система мета-лернинг, да, как на самом деле эффективнее учиться. И вы просто не представляете, какую эквилибристику я придумал. Сложные иероглифы легко запоминать через какие-то образы. И я про каждый иероглиф придумал какую-то историю. Это похоже на... А, это два брата-близнеца едут в поезде, один другому говорит тот. Ага, это такой-то иероглиф. И я вот так запоминал. Про каждый иероглиф это креативность развивает. То есть что вы только не придумываете. Некоторые иероглифы просто надо повторять один за другим. А, Максим соврал, я, конечно, по-китайски совершенно не говорю еще в совершенстве, но у меня есть главная фраза. Для китайцев матрешки продают, мы вышли. Пару матрешек продали. Моя главная фраза на китайском «Цайшуа ибьен» означает «повторите, пожалуйста, еще раз». Вот. Но, тем не менее, конечно, какой-то базовый язык есть, и возникла страсть и интерес к Китаю, что вообще, наверное, более важно, потому что у меня вот как раз в Сколково был китайский клиент, руководитель нефтегазовой компании в Казахстане. И мы неделю работали на лидерском курсе, и, соответственно, я был коучем для него и для нескольких ребят. И не называя его имени, естественно, очень интересный был культурный момент, связанный с коучингом. Как раз в отношении языка. Я думаю, многим из вас интересно. Кому вообще интересно здесь учить язык? Поднимите руку. О, ну вот. И здесь может быть какой-то маленький лидерский урок, да, когда он говорит, слушай, говорит, помимо вот всего, что мы обсуждали, про там лидеры команды, все вопросы, мне реально нужно учить английский язык, потому что он учится в Сколково, вот, сам из Китая. И, естественно, его путь к успеху, да, шел через обучение, через страдания, и абсолютно из бедной семьи, из сельхозрайона. Дэн Сяопин сделал все свои реформы, начиная с 78 года. И очень мощную урбанизацию, 300-400 миллионов людей, представьте себе эти масштабы, поднял из бедности. И он мне задает вопрос, как мне заставить себя учить английский? Я ему говорю, слушай, говорю, ты всю свою жизнь, все, что ты делал, ты себя постоянно заставлял. Говорю, найди хотя бы одну область, поменяй вот эту рамку, попробуй сделать это хобби. Попробуй делать это в удовольствие. Что бы ты мог делать, чтобы это было в удовольствие? Может, у тебя есть любимый китайский фильм с английскими субтитрами? Или ты там любишь, не знаю, там какой-то особый сорт чая, и вот попивая этот чай, ты можешь учить язык. Или что-то еще, да? И он потом, когда в конце разговаривал, говорил мне, а что было самого ценного из всего, что мы обсуждали? Он говорит, я вообще понял, что моя жизнь, оказывается, не должна быть постоянным заставлянием себя. Хотя, конечно, в лидерском развитии очень важно уметь хотя бы первое время немножечко себя заставлять, да, одну вещь какую-то брать, и при этом на протяжении какого-то небольшого промежутка времени эту вещь пытаться развить в себе. Потом брать другую, да, ждать, пока она превратится в привычку. Там есть разные теории, которые об этом говорят, но очень важно что-то одно выбирать всегда. Мне кажется, это критически важная составляющая успеха. Вот. Ну и еще, наверное, такую вещь хотел сказать о том, что есть несколько вещей, которые лично я практикую. Потому что мне кажется, что быть коучем – это одна профессия, но очень важно быть целостным коучем, то есть человеком, который сам применяет те советы, которые он дает. И есть несколько инструментов, которые для меня работают, и они меня просто совершеннейшим образом поражают. Максим делает немало, мне кажется, для того, чтобы что-то делать в компаниях, что увеличивает уровень вовлеченности людей, да, через вот эти беговые программы, через... Вообще, ты когда консультировал, также, когда работал, вот этот снежный ком и так далее и тому подобное, вот эти программы, которые создают совершенно другого уровня и качества корпоративную культуру. И очень много практик есть, которые корпоративную культуру развивают. Очень, очень многие говорят о том, что компания должна сделать для того, чтобы вовлекать людей. Да, у нас исторически на сегодняшний момент уровень вовлеченности людей
в работу в организациях чуть ли не самый низкий за всю историю корпоративной жизни, в принципе, в мире в среднем. И на всех конференциях, и Маршал Голдсмит об этом говорит, собственно, мой учитель в определенном смысле слова, говорит о том, что корпорация должна сделать, чтобы вовлечь людей. И я считаю, что очень мало кто говорит о том, что люди должны сделать, чтобы вовлечь себя. Простой пример. Да, вы все летали на самолетах. Есть две стюардессы. Одна стюардесса, которая позитивна, которая удовольствие получает от того, что она делает, которая моментально отвечает на любой ваш запрос. Есть вторая стюардесса, которая все время в плохом настроении, реально и все время не так и так далее. Какая разница между теми системами вознаграждения, которые в их компаниях существуют? Скорее всего, они получают примерно одну и ту же зарплату и так далее и тому подобное. Разница внутри, в отношении, да, которая определяет результат в этом смысле. И практика, которую, почему я говорю об этом, есть совершенно понятная и простая практика, которую я уже делаю и делаю со многими клиентами, которые потрясающе дают обратную связь и говорят, что это реально работает. И оно работает не только для результата, да, оно работает еще и для банально просто уровня счастья. И есть несколько вопросов, которые можно задавать. Да, что, как называется эта практика? Эта практика называется практика ежедневных вопросов. Очень простая вещь. Есть международное исследование, которое говорит, я тоже в нем участвовал, которое провел Маршал Голдсмит. Собственно, по его методике я работаю как коуч. Два слова просто скажу. Вы представляете, приходит коуч, ну, например, там, к одному из директоров департамента, неважно. Как мы знаем, что коуч успешен в своей работе? Кто не знает что-то про коучинг? Пожалуйста, какие версии есть? Как мы можем сказать, что коуч сделал хорошую работу? По результату. А как мы измеряем результат? Зависит от запроса. Ну, например? Ну, допустим, увеличение в отделе продаж, прибыли. Увеличение прибыли в отделе продаж. Уточню вопрос. Если мы говорим про изменения в поведении, сейчас все говорят, вот мы меняем поведение. Если как мы можем померить изменения в поведении? По субъективной, оценке, во-первых, самого клиента, который говорит. По субъективной оценке самого клиента, так. И по объективной обратной связи, соответственно, от внешнего мира, который приходит в него. А внешний мир это кто? Ну, все, что его окружает, то есть у коллеги, допустим, родственники. Да, 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 абсолютно точно. Значит, методика Голдсмита заключается в очень простой вещи. Вы выбираете цель, например, мне нужно лучше делегировать. Дальше, вы опрашиваете всех ключевых людей, которые с вами работают. Среднее количество 18 человек, корпорации их больших, есть корпорации, конечно, поменьше, но эти цели, эта цель должна быть, набор людей, которых вы опрашиваете, должны быть релевантны той цели, которую вы ставите. То есть, если ваша цель лучше делегировать, это должны быть ключевые члены вашей команды. Как мы знаем, что результат достигнут, что наш клиент изменился, мы опрашиваем регулярно ключевых людей и говорим по шкале плюс 3, минус 3, субъективно, какое восприятие этих изменений. Если хотя бы плюс 1 через год работы, ну, условно, год работы, да, то коуч получает свои деньги. Если нет, то коуч не получает своих денег. Все. Опрашивает. Сам человек или кто-то. Нет, опрашивает коуч. То есть в системе Голдсмита есть независимая IT-система, в которой люди анонимно отвечают на этот вопрос. Вот, собственно, такая логика. И я просто хотел сказать, что именно так очень важно измерять результат. То есть ты сам можешь сказать. В наших организациях то, что я вижу с клиентами, очень часто ситуация бывает в том, что сказать, ну, я вроде поменялся, да. Ну, очень важно понимать, что мы сначала можем поменяться, но люди наши воспринимают наши изменения с большой задержкой, да, и видят то, что мы поменялись, гораздо позже, чем реальные изменения произошли. Плюс проблема еще в том, что один раз ты, например, там, ставил себе цель быть менее эмоциональным с подчиненными. Если ты один раз наорал, после какого-то успеха провалился, тебе опять этот камень нужно затаскивать на гору и делать все сначала. Это, конечно, большая проблема. Вот, а это, собственно, та методика. Эта методика дополняется вот этой практикой ежедневных вопросов. В чем она заключается? Да, пожалуйста. Только одну цель можно ставить всегда?
Я практикую в своей практике то, что одна цель — это наиболее правильная, очень важно просто, это наиболее правильная практика. Очень важно просто приоритизировать, потому что что я делаю в своей работе? Я сначала прихожу к клиенту, и когда клиент говорит, что он готов продемонстрировать, скажу на английском, courage, humility и discipline, то есть дисциплина, смелость. И, ну, я сказал бы, скромность, наверное, но здесь очень важно просто, когда ты публично выходишь перед людьми и говоришь, я руководитель, я не идеальный, я хочу меняться, и мне вообще-то нужна в этом ваша помощь, да, потому что вы видите меня каждый день в своем окружении, вы в моем окружении, вы меня можете ловить за руку, если я начинаю демонстрировать старое поведение, которое неэффективно. И с этой точки зрения очень важно, чтобы была одна цель. Эта одна цель обычно запускает процесс изменений, которые идут и в других областях. Как вы? Вы начинаете бегать, плавать или крутить педали, или ездить на лыжах. Этот процесс изменений запускает другие положительные изменения в вашей жизни, которые, надеюсь, происходят с вами. Ответил на ваш вопрос, да? Еще одна причина, по которой есть такой, как сказать, проблема такая, называется planner's bias. Да? Человек, который планирует то, что он будет делать, и человек, который потом делает, это всегда два разных человека. И мы почему-то об этом забываем. Есть такая тема, как бы high probability of low probability distractions. То есть высокая вероятность вещей, которые с низкой долей вероятности могут произойти. Да? Проколотое колесо, неважно, там какая-то ситуация. И каждый раз, когда начинаешь годовой контракт с клиентом, надо просто принять, что какой-то случится кризис. Экономический, в семье, со здоровьем, неважно. Решит человек триатлон пробежать. Ну, это, конечно, не кризис. Вот. Соответственно, такая история. Практика ежедневных вопросов. Наверное, самое простое. Почему? Мне кажется, что это классная вещь. Потому что она простая. Вы берете, каждый из вас может это сделать. Сразу предупрежу, что половина из вас бросит это делать. В общем, что такое ежедневные вопросы? Есть несколько вопросов, которые, я бы так сказал, базовые, да, которые в этой практике дают большой результат. Они такие общие. Вторая часть вопросов, она скорее про вашу конкретную ситуацию. Философская рамка этого процесса, она заключается в том, что вы просто берете, с одной стороны, просто пишете все, что для вас важно, и честно в этом признаетесь. Мне важно там столько-то бегать в день. Мне важно там то-то, то-то, то-то. Я сейчас пример своих вопросов приведу. Я это делаю каждый день. Очень много друзей заразились этим. Это какой-то вирус среди моих друзей. В общем, первый вопрос. Да, на английском он звучит как «Did I do my best?» И почти все вопросы начинаются с «Did I do my best?» Сделал ли я максимум для того, чтобы? То есть мы не можем контролировать, что будет происходить сегодня. Мы, ну, то есть многие из вещей вне нашего контроля. Но самое главное – сделали мы максимум того, что мы могли сделать, да? Сделал ли я максимум сегодня, чтобы быть счастливым? Простой вопрос. Здесь эти вопросы, на них вы отвечаете в конце дня или в начале следующего дня. Я просто сделал простую Google форму, ее заполняют, занимает 2 минуты в день. То есть почему это просто? Потому что это занимает 2 минуты в день, и это реально работает. А бросите вы это делать не потому, что это не работает, а потому что это реально работает. Второй вопрос. Did I do my best? То есть вот это вот продолжается. To set clear goals. Чтобы поставить ясные, четкие цели. На день, например, да? Третий вопрос. Собственно, достичь этих целей. Четвертый вопрос. To build positive relationships. Построить позитивные отношения. С людьми просто. Positive relationships. Пятый вопрос. Did I do my best? Делал ли я максимум? To be fully engaged. По-английски понятно, да? Ну, там, быть полностью вовлеченным. Быть полностью включенным и вовлеченным. Positive relationships. Хорошие отношения. Просто построить хорошие отношения с людьми, с которыми я сегодня взаимодействовал. To be fully engaged. Быть полностью вовлеченным. Во все, что я делал сегодня. И, как вы помните, я сказал о том, что подобный процесс, он особенно эффективен для вовлечения людей в организациях. То есть это тот вопрос, который можно задавать людям в организации. Представьте скучные встречи корпоративные. Кто работает здесь в корпорациях каких-то, в организациях, поднимите руку.
Как часто вы ходите на скучные встречи? Поднимите руку. Представляете, если вы... Почему-то совпало количество людей, которые работают. Представьте, что если вашей целью такой ментальной, да, являются вот эти все вопросы, как будут проходить ваши встречи? Есть вероятность, что ваши встречи будут проходить по-другому. И какой еще вопрос? Да, и дальше, собственно, вопросы, которые вы... Дальше вопросы, которые вы можете, да, сами кастомизировать и создавать. И это обычно самые лучшие вопросы. Я для себя очень много таких вопросов выявил. Например, для меня потрясающе важный вопрос, и я сейчас скажу, как это связано с тем местом, которое здесь находится. Что бы сегодня я сделал иначе? Одна вещь. Одна вещь, которую я бы сделал сегодня иначе. Одна вещь, которую бы... сделал иначе. Мой собственный инсайт на эту тему заключается в том, что... Да, самый важный процесс в чем? Что в конце недели вы берете все, это, все эти ответы и смотрите на них очень честно. И говорите, так, ставил себе такие-то цели, давай посмотрим. Зеленый, желтый, красный, как светофор. Здесь какой результат? Да? Ответ обычно предусматривает должен «да», «нет» или по шкале от 1 до 10, или просто открытый вопрос, где можно что-то забить, чтобы это было быстро и не перегружать. И я, например, в ответ, когда я смотрю статистику, ага, я отвечаю уже там 10 дней, и каждый раз практически отвечаю себе, что хорошо бы, почему я не позанимался спортом с утра. Хожу весь день вялый, совершенно не могу фокусироваться ни на чем, и думаю, надо было позаниматься с утра. И этот процесс позволяет мне это осознать, и потом принять решение о том, что я что-то буду менять, да, например. Еще один вопрос. Что-то, что для меня лично очень важно, как для человека, который недавно поженился. Вопрос очень простой. Сказал ли я или сделал что-то хорошее для Юли, для моей жены? Очень простой вопрос, потому что иначе в этом московском сумасшедшем графике можно забыть о том, что у тебя есть жена, и это хороший вопрос. Ну, в общем, понятно, да, вопрос который. Еще один вопрос, который... То есть вы, по сути, понимаете, что вы можете мерить все, что для вас важно. Или если есть клиент, который был генеральным, стал председателем правления. Конечно, он уже так не вовлекается в управление компанией. И один из вопросов, который может ему помогать, насколько сегодня я был стратегичен в своем подходе как руководитель? Насколько я ловил себя за руку каждый раз, когда хотел лезть в операционку, звонить напрямую людям, вместо того, чтобы ставить этот вопрос на повестку следующего заседания совета директоров, который раз в квартал. Каждый день ты просто этому новому поведению начинаешь учиться. Очень простая практика. Ну, еще, может быть, пару вопросов, которые лично меня очень сильно ставят мой фокус. Это вопрос, сколько сегодня я читал? Я в скобочки ставлю 25 минут, мой прожиточный минимум. Задача отвечая на эти вопросы, просто снимать статистику. И самое главное, регулярно, раз в неделю смотреть на эту статистику и понимать, что твои ценности тестируются прямо здесь, сейчас. Ты это обещал, но почему-то ты чего-то не делаешь. Разбирайся. Может, у тебя какой-то внутренний конфликт. Может, тебе на самом деле не важно то, что ты делаешь. То есть то, что для тебя по-настоящему важно, один из критериев, как учит Макс Журило, это то, что либо ты это делаешь, либо ты это не делаешь. Все. Ничего. Разберись со своей мотивацией. Или вопрос, медитировал сегодня или нет? Простой вопрос. Да, нет. 10 минут, headspace, calm, неважно что. Я просто понимаю, что это хотя бы какое-то маленькое окно адекватного такого времени для себя просто подышать, центрироваться и быть в другом состоянии. Сколько сегодня времени я провел, изучая что-то про Китай или про китайский? Одна идея про лидерство, про управление, про коучинг, которая мне сегодня показалась интересной. Просто один инсайт сегодняшнего дня, неважно. Как сказал этот вопрос, что бы я сделал сегодня иначе? Сколько я сегодня позанимал спортом? Любой вопрос. У меня один из клиентов измеряет, сколько он выпил алкоголя. Он говорит, ты знаешь, похоже, у меня эта проблема есть. Давай мы добавим этот вопрос и посчитаем. В общем, серьезный кейс. Вот. И моя задача просто ставить зеркало иногда, сказать, вот как оно есть на самом деле. Вот они цифры. Да, нет, от 1 до 10. В общем...
И в целом, конечно, набор этих вопросов может быть очень много. Главное, наверное, самые лучшие вопросы – это те вопросы, которые вы придумаете сами для себя. Потому что это именно ваши цели. Потому что счастье, эффективность, в первую очередь счастье – это жизнь на тех, по тем условиям, которые вы сами для себя придумали. Это никакой не американизм, но у каждого из вас свое представление о том, чего вы хотите достичь. И, наверное, ключевые вещи, которые, мне кажется, важны в лидерстве, это... Да, есть ли вопросы пока про вот эту практику? Давайте сначала с этим закончим, прежде чем мы двинемся дальше. Как часто менять вопрос новую? Ощущение. Смотрите, есть некая теория с этим связанная, есть некая практика с этим связанная, да? В теории считается, что... Ключевая, наверное, вот ключевые вот эти первые пять вопросов, они такие общие, что их, в принципе, наверное, можно оставлять, если верить этому исследованию. Главный момент – это ваше ощущение и понимание того, что для вас сейчас важно на этом этапе. Важно, чтобы количество этих вопросов не было очень большим. Но я могу переслать от автора этой методики, если Максим даст ваши адреса или просто можете в рассылку, его личные вопросы. Те вопросы, которые он сам, вот этот Маршал Голдсмит, который он сам каждый день использует. А? У него вопросы какие? Сколько минут в день сегодня я потратил, беспокоясь о том, на что я не могу повлиять или изменить? Сколько клиентов сегодня у меня, ну, not up to date, да? Сколько клиентов, о которых я забыл сегодня, условно говоря? Еще один из его вопросов – это... Я не знаю, как правильно по-русски перевести, но ему жена сказала, что он говорит... А, у него великая практика есть одна, я сейчас о ней расскажу тоже. Он спросил свою жену, он же коуч великий, он говорит, жена, что я могу сделать, чтобы быть мужем более хорошим мужем, не знаю, чтобы быть лучше, как муж, вот так вот я бы сказал. И она ему говорит, слушай, вот ты своим коучингом, ты просто можешь просто за собой убирать. Он сказал, надо добавить в Daily Questions, добавил эту практику. И реально сказал, я сегодня за собой убирал, да, нет, все, измеряйте. Сколько часов я сегодня писал? Это Маршал измеряет голосом, потому что он говорит, я хочу оставить свой след. У него два «Нью-Йорк Таймс» бестселлера. Это книжка про «Триггерс» называется, да? И «Прыгни выше головы» на русском. Очень хорошая книга. Кто читал «Прыгни выше головы»? Поднимите руку. Ну, есть такие люди. Вот. Соответственно, такая вот история. И главное, чтобы это был процесс. Тут ваше, к сожалению или к счастью, это наше всегда эго, которое мешает смотреть в глаза вот этому отражению, которое мы, может, не всегда хотим видеть. И еще одна вещь очень важная, то, что Маршал Голдсмит – человек, который придумал теорию о том, как менять человеческое поведение. И поэтому он, как человек, придумывающий теорию о том, как менять человеческое поведение, нанял специально обученного человека, который ему звонит каждый вечер и все эти вопросы его спрашивает, записывает ответы. И он говорит, я, как успешный человек, который сам придумал эту теорию, признаю, что мне нужна помощь в этом. Я человек, я идеальный, и я поэтому, из-за того, что я написал эту теорию, я признаю, что нужно, чтобы кто-то мне в этом помогал, и меня каждый вечер спрашивал. Поэтому еще один формат, который вы можете придумать, выбрать себе друга или, так сказать, пару какую-то, и попросить и друг другу звонить, и по очереди задавать этот вопрос, это очень крутая практика, и, собственно, такой вирус среди моих друзей, по крайней мере, на этом этапе. Какие еще вопросы есть у вас? Про эту практику. Пожалуйста. Какой у вас вопрос в вашем личном списке? В моем личном списке порядка 25. Я могу все сказать. Какие? Ты на все отвечаешь? Я отвечаю на все, да. Я отвечаю на все, и для меня это... Ну, то есть, например, мой вопросник начинается с того, что я просто пишу несколько предложений, как в открытом дневнике. Просто пишу несколько предложений о сегодняшнем дне. Потому что удивительно, сколько вещей проходит, и я просто не могу вспомнить, а что вообще было вчера. Иногда ты открываешь такое, вообще вот тот нарратив, да, та история, то, что ты проживаешь, то, что тебе отражается, год проходит, и не понимаешь, что вообще было в этом годе. А тут у тебя хотя бы какая-то форма рефлексии. В лидерстве важно делать две вещи. Вот чему учат в бизнес-школах.
action, то есть действие принимаете, и reflection, и рефлексировать по этому поводу. Если вы слишком много действуете все время, без рефлексии, без того, чтобы находить правильное направление и думать, о, я правильно ли иду? А на карте себя сейчас найду? Вот хочу оказаться там, а почему-то сместился. Поэтому вот этот баланс между action, действием и рефлексией, он очень важен. Очень важно иногда останавливаться от айронменов и останавливаться. О, если я буду продолжать это делать еще 10 лет, куда я приду, да? То есть это то, с чего начинается мой дневник. Да? Как же вот эта фраза, там, action always beats meditation? Я согласен с... Я не слышал этой фразы, мне кажется, что важно и то, и другое. Очень важно и то, и другое. И действия всегда побеждают рефлексию, если так. Мне кажется, что вот какая мысль близка мне, если интерпретировать эту фразу. То, что знания бывают разные. Знание, которое ты не применяешь и не вкладываешь в действие, оно остается на полке, остается нереализуемым. И мне кажется, что если ты, как лидер, чего-то там говоришь, а говорим мы, как правило, все правильно, очень важно, что ты на самом деле делаешь. И очень большая разница обычно между слоганами, которые написаны там на стенах в корпорациях, и тем, что люди говорят в обед и говорят, слушай, а на самом деле так-то, так-то. И всегда, всегда это по-другому. Еще есть вопросы? А какой формой вы ведете? Как люди вас обучают? Google форма, автоматически создается Excel-евский спредшит. Очень просто это делать. Google Forms. Сколько времени у вас уходит на ответы? 2-3 минуты максимум. Максимум. Да, все 20. Потому что вопросы очень простые. Еще один хороший вопрос. Как хорошо, я немножко перевожу с английского, потому что я все-таки немножко переключился на язык. Как хорошо я спланировал и plan and execute my day. Как хорошо я спланировал и реализовал все, что я запланировал. Очень просто. От 1 до 10. Ну и так честно себе признаешься, это очень полезно делать. Но самое ужасное, это когда ты пишешь, там, хотел, сколько ты сегодня читал, и смотришь, у тебя 10 дней, не то что 25 минут, просто там не пахнет чтением вообще. И вот это обычно такой самый момент, такой думаешь, тебе реально важно читать? Ты проясняешь для себя эту мотивацию, как бы, и принимаешь решение. Ага, что мешает? Что помогает? Да, и ты должен с этим разбираться сам. Я для себя, кстати, моя мантра — это МЧС. То есть Шойгу это, наверное, понравится. Я для себя решил, что медитация, чтение, спорт — мои ключевые три вещи. Если я в день там 10 минут не потратил на медитацию, то у меня что-то каша в голове. То есть есть такой феномен monkey mind, когда у тебя мысли прыгают от одного дела к следующему. День прошел, а ты все, чем ты занимался, ты только одно за другим из своего туду-листа вычеркивал. Если я не делаю медитацию, то мой день так и проходит, и, собственно, и жизнь пройдет. Чтение — тут все понятно, наверное, да? И спорт, здесь, наверное, тоже никому не надо это объяснять. Я сейчас на второй уровень авиасвиминга хожу, и моя цель 5 километров проплыть. Я совершенно не понимаю, как я это сделаю. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, что то, что вы хотите, это то, что вам нужно? Что часто есть большая разница между тем, чего мы хотим достичь, добиться. Мы сами ставим себе эти вопросы. И то, что нам действительно нужно. И бывают ситуации, когда это прямо противоположные вещи. Например? Мы хотим бежать еще больше, я еще больше хочу, а на самом деле нужно остановиться, отдохнуть и так далее. То есть почему, да, ну, то есть вот в каком конкретном случае я ставлю себе цель... На примере. Так. Но на самом деле в текущем быстро меняющемся мире мне нужно находить больше новых каналов получения информации, а не оставаться 19-летним с чтением. Ну, я условные вещи говорю, но как бы в общем, как вы проводите релевантность между тем, что вы хотите, и тем, что вам нужно на самом деле? Я, наверное, отвечу достаточно просто. Я имею в виду знак да. равенства, а мне кажется, это не всегда так. Я абсолютно не ставлю знак равенства. Я считаю, что нужно гораздо глубже копать. Я могу сейчас несколько слов об этом сказать. Очень важно разобраться со внутренними конфликтами. Очень часто мы говорим, хочу на самом деле вот этого, да? А, например, у меня там есть друг, который мечтает быть предпринимателем, но уже столько раз обжегся на этом предпринимательстве, что... Он говорит по-прежнему ту же самую историю о своем предпринимательском, так сказать, предпринимательском лидерском замысле, но внутри он уже столько денег на этом потерял, уже так тяжело это дается. Но, извините меня, предпринимательство — это о чем? О том, что будет легко?
Это скорее про то, что ты идешь дальше, несмотря ни на что, выучиваешь уроки прошлого и продолжаешь двигаться дальше. Что такое лидерство, достижение целей? Ты выбираешь эту цель, проясняешь важность. Ключевой вопрос в лидерстве – это нафига? Проясни до конца для себя, для чего тебе это нужно на самом глубинном уровне. Когда ты это прояснил, убрал все внутренние конфликты, ты эту цель выбрал, и дальше что ты делаешь? Ты пробуешь, меняешь подход. У тебя достаточно мудрости, чтобы изменить подход, если тот подход, который ты выбрал, не работает. И повторяешь этот цикл каждый раз с новым подходом, даже если это нужно сделать 1000 раз, до тех пор, пока это не даст результат. Так это совсем простыми словами. Еще вопрос. Наверное, немного в продолжение предыдущего вопроса. Очень интересная штука. Но может ли она быть таким инструментом, который в какой-то момент может вызвать какой-то внутренний психологический дискомфорт от того, что уже вроде бы 7, 8, 20 недель прошло, а у меня по всем пунктам нули, и получается, я ничтожество, или наоборот, обратная картинка. 20 недель прошло, у меня по всем пунктам вообще при выполнении плана на немыслимые цифры, значит, можно надеть корону и стелить мне красную дорожку. То есть, как удержаться на, скажем так, тонкой грани того, что вообще все нормально. Да. Здесь не доработал, доработаю завтра. То есть вот как балансировать на том, чтобы... Ну, я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. Кто понял? Ну, ответ будет следующий. У меня есть клиент, который каждую нашу встречу начинал с того, что он жаловался. Ну вот он просто не это осознавал, но я каждый раз ему говорю: слушай, мы опять начинаем. То есть у него все не так всегда. Он говорит, что-то вот опять не то, жаловался он там на поставщиков, на кого-то еще, что все время что-то не так. Он этим, конечно же, удовлетворял более глубинные свои потребности. Я могу туда нырнуть, главное даже не в этом. А в том, что я ему говорю: слушай, ты понимаешь, что каждый раз мы начинаем нашу встречу, что это такое? Я говорю, ты опять жалуешься? Он такой посмотрел, немножко покраснел, говорит, да, есть такая проблема. И мы придумали этот ежедневный вопрос. Просто я сегодня, жаловался ли я сегодня? Есть такой эксперимент, 21 день с браслетом ходить. Кто-то делал такой эксперимент? Полезно это было? Все время какие-то отмазки, вот эта осознанность вырастает. И мы в какой-то момент, месяца через 3, мы реально поняли, что в этой теме абсолютно... Браслет, да, браслет как напоминание того, что какой-то яркий браслет, если хотите, что, который будет у вас на руке, берете максовский браслет, одеваете его, вы можете 21 день походить с этим браслетом, как напоминание себе. Каждый раз ты же увидишь постоянно, ага, и все время это в фокусе внимания держишь, потому что есть такой некий фрейм, то, на чем вы фокусируетесь, туда идет ваша энергия. То есть очень важная история. И когда мы поняли в какой-то момент, я реально заметил, что он реально перестал жаловаться, он перестал эти отмазки говорить. Мы смотрим на его статистику по его вопросам, и мы честно себе говорим: слушай, здесь реально есть прорыв. Убираем этот вопрос, декларируем победу и двигаемся к следующей цели развития. Что за глубинные мотивы? Что-что? Что за глубинные мотивы? Глубинные мотивы. Я вам это расскажу. Мне кажется, этого недостаточно дают где-либо. Давайте я сотру очень просто. Кто слышал про простую теорию 6 базовых человеческих потребностей? Все. Ну, кто-то уже сделал снимок. Я вам могу прислать эти вопросы и от самого автора этой истории. У меня есть, кстати, теория, вот исходя из этой маленькой теории, которую я сейчас расскажу, что делает I Love Running и компания для того, чтобы на глубинных ваших человеческих потребностях играть. В хорошем смысле. Вот сейчас узнает. Кто слышал? Теория 6 базовых человеческих потребностей. Юль, ты точно слышала? Маслоу. Нет, не Маслоу. Давайте я начну. Кто сможет продолжить, можете продолжить. Значит, 6 базовых потребностей. Есть. Друзья. Есть еще фишка с браслетом, Серег, сейчас. Давай. Секунду. Ну, есть способ, когда вы вешаете его, и он является напоминанием. Есть другой способ, когда вы решаете, например, что-то не делать в своей жизни, и тогда, например,
часы, кто-то на правой, кто-то на левой руке носит. Я ношу на правой, то есть браслет на левую. Соответственно, если я облажался, ну, то есть я хотел этого не делать, но сделал, то я одеваю его на другую руку. Да, вот. Тебе без задачи носить 21 день на одной руке. Да, и ну, ты быстро начинаешь замечать, что в зависимости от того, на какой руке у тебя браслет надет, ну, значит, действуешь, исходя из своего коммитмента или нет. Вот, если ну, обнулилось потом, день прошел, как бы снова с левой начинается. Белые и голубые браслеты с неолимпийских игр. Сейчас идут Олимпийские игры в Рио, а не Олимпийские проходят в Москве. Вот это участники неолимпийских игр. Так что если кто-то хочет себе взять браслет, можете взять. Ну давайте мы в конце раздадим, чтобы не отвлекаться. У нас не так много времени. Собственно, очень простая теория, она очень многое позволит вам понять. Остановите меня, если вы все это уже знаете. Что мы хотим, как люди? Мы, как правило, хотим достаточно простых вещей. Мы хотим предсказуемости и комфорта. На английском это называется certainty, да? Мы хотим, чтобы у нас было там достаточно денег, место, где спать, какой-то предсказуемость и стабильность. Понятная фундаментальная потребность. Эта потребность сама по себе, если у вас все понятно и вы все знаете, вы можете читать мысли людей, и вы знаете, что будет происходить завтра, вам становится скучно, правильно? Поэтому вы хотите... Контроль это тоже туда относится. Это про комфорт, про предсказуемость, про определенность, и вы знаете, что будет происходить, и про вот это чувство предсказуемости. Подобрать один какой-то синоним? Определенность. Определенность. Самое лучшее — это определенность. Вторая – это неопределенность, uncertainty. Вам хочется сюрпризов, вам хочется чего-то нового. Когда все слишком определено, вам становится скучно, и вы хотите, что-то надо здесь поменять, надоело это. Эти две потребности, они друг с другом в конфликте. Есть хороший пример, когда вы берете фильм, который вы уже давно смотрели, вы думаете, да, что это вы достаточно... его забыли, да, чтобы он вас удивил. Это вот когда эти две потребности друг с другом в неком конфликте. При этом мы, как люди, естественно, хотим любви и какое-то чувство соединенности с кем-то. Кому-то нужно для этого пожениться, кому-то нужно с другом встретиться, кому-то собачку купить. Но вот это чувство любви какое-то нам нужно. При этом эта потребность в конфликте находится с значимостью нашей собственной. Significance. Тоже в конфликте. То есть наша значимость, наше эго, наша важность. Мы очень важные, мы все любим как-то, так сказать, какие-то титулы, значит, так сказать, вот себя надувать. И для того, чтобы кого-то полюбить, конечно, тебе эту важность свою нужно уменьшить. Это один из примеров того, как эти две потребности находятся в противоречии, да, в парадокс такой. И дальше, наверное, пятая и шестая — это что-то уникальное, что скорее про категорию счастья. Это рост и развитие. Почему мы так хотим развиваться? Потому что рост и развитие ассоциируется в нашей психике с счастьем, да, с категорией счастья. Если отношения не развиваются, мы несчастны. Если мы не развиваемся, мы несчастны. И то, что здесь происходит, да, это абсолютно точно про рост и развитие равно счастье, прогресс, счастье и так далее. И шестое, нечто, категория такая более... наверное, про лидерское наследие. В теории лидерства есть очень важная категория — лидерское наследие. Что мы оставим после себя? Contribution. Какой-то вклад, что мы хотим оставить в этот мир, делать для других. И в идеале, я лично для себя на сегодняшний момент нахожусь в такой парадигме, что я хочу скорее двигаться... Да, забыл сказать. Значит, я был на семинаре. 7 тысяч человек... Все, так сказать, разбираются со своей жизнью, со своим прошлым, будущим, ходят по горящим углям и так далее. И некое упражнение. Как вы думаете, какие две базовые человеческие психологические потребности были у большинства, включая меня, на вершине моей пирамиды ценностей? Ну, первое. Первое. И какое? Первое и пятое были. Ну, у большинства зала. Первое и третье? Это у девочек сразу было. В общем, ладно, признаюсь сразу. Вы там можете вырезать, потому что мне стыдно. Ну, ладно, черт с ним. Это определенность и комфорт, и собственная значимость. Я не мог уйти 10 лет из корпоративной жизни, потому что я
ценил этот комфорт, который есть, когда ты наемный сотрудник. О, классно, не надо напрягаться, не надо рисковать, не надо прыгать в эту неопределенность. Это была очень важная, важная вещь. Значимость собственная. Я вспоминаю, как я мечтал о том, что на моей визитке будет написана следующая должность в иерархии компании. И каким важным я буду себя чувствовать, потому что мы хотим наших целей, чтобы себя соответствующим образом почувствовать. Ой, я буду крутым, классно. И вот эти две вещи были на вершине моей пирамиды. И, собственно, тренер, который был на сцене, он сказал: ребята, вот все вы, которые подняли руку, а это большинство зала, вы сказали, вам счастья не видать в этой парадигме. Потому что экстраполируйте подобные преференции на 10-20 лет вперед, вы обречены быть несчастными. И я для себя понял, что если я хочу каких-то своих целей добиться, то мне нужно вывести принятие высокого уровня неопределенности. Что черт знает, что будет происходить с экономикой, с отношениями моими, со всем чем угодно. И это, наверное, ключевой критерий. Чем больше неопределенности ты можешь терпеть и непредсказуемости, тем более успешным ты, скорее всего, будешь. И вторая вещь, и вторая, и третья – это рост и развитие, growth, пятое. И что-то делать для других, да, contribution. Чем больше мы что-то отдаем, тем более мы счастливы. То есть две вещи, две G таких, это growth, то есть рост, и give, что-то отдавай. Вот я для себя это понял, что я должен часть времени тратить для того, чтобы что-то отдавать, ну, по чуть-чуть, вот, так сказать, понемножку, но это очень важно для моего развития. Это теория Six Basic Human Needs, Тони эту теорию сильно продвигает, и это, собственно, был его семинар. И сейчас, кстати, вышел фильм, обалденный фильм «I'm not your guru». Кто-нибудь смотрел? «I'm not your guru». Это «I'm not your guru». Это потрясающе. Это просто суперфильм. Крайне рекомендую посмотреть. Вы за эти полтора часа получите для своего развития очень много. То есть мощный-мощный фильм. Вот. Какие-то есть вопросы по поводу этой темы? А, смотрите. Что я придумал про «I love running» на самом деле? Когда вы ходите заниматься спортом или триатлоном, какой уровень... Триатлон тоже спортом. Ну, неважно, плаванием или бегом, или спортом, или чем-то еще. По крайней мере, это я на себе... Уровень, когда вы бежите там какой-то соревнование или идете на тренировку, каков уровень предсказуемости, что вы получите вот эту вот определенность, что вам будет хорошо? У меня лично 100%. Да? Галочку здесь поставили. Медаль. Ну, медаль, это, я про медаль, это отдельная история. Но вы точно знаете... Дальше. Сейчас я свой прикол расскажу. Дальше. При этом вы также получаете... Есть еще элемент uncertainty. То есть какой-то... может, что-то будет непредсказуемо, может, погода будет другая, как я себя почувствую. И это тоже вы получаете, потому что есть разнообразие в этом процессе. Это всегда что-то разное, да? Дальше. Love and connection. Когда я рассказываю своим друзьям о том, как я потренировался, как я перенапрягся, как мне было тяжело, они мне дают и чувство собственной значимости, и я с ними соединяюсь. Более того, я хожу в какое-то сообщество, где моя потребность в Love and Connection подсознательно может удовлетворяться. О, классно, такие же ребята, как и я. Когда у нас все-то общее, мы такие все сразу дружим, класс. И это получается. Дальше, про значимость сказал. Рост и развитие есть? Есть. Contribution, вклад, ну, может быть, не всегда, это скорее чувствует Макс постоянно. Если ты еще можешь. У каждого, но мы отчасти там, ну, кого-то увлекаем, вдохновляем. Абсолютно. Мама 56 лет полумарафон пробежала. Вот. Это драйвит этого человека, потому что ему важно отдавать. Ему важно создавать что-то для вас. И поэтому этот бизнес так успешен, потому что он через рамку отдавания в первую очередь делается. Теория 6 базовых человеческих потребностей о чем говорит? Что у вас когда хотя бы три, то у вас уже есть такая форма addiction, форма наркомании, форма зависимости. Поэтому что здесь происходит, без комментариев, это хорошая форма наркомании. Если хотя бы 2-3, то это все. Ты просто ты попал. А если будет 5, это все уже? Ну, то есть, чем больше, тем больше. То есть, это истинные твои потребности. Да? То есть, очень важно, почему я говорил, важно разбираться со своими реальными потребностями. Глубинные мотивы очень часто бывают именно вот эти, о которых я сказал. Есть ли вопросы по этой части теоретического фреймворка? Мне кажется, нам как-то душновато уже здесь, да? Поэтому, наверное, есть у нас еще время? Давайте тогда просто в режиме вопросов и ответов, чтобы я то, что вам интересно, бы рассказал, и чтобы это было...
пример вот про неопределенность. Очень простой пример. Я был в отношениях, был достаточно долго в них. И я понимал, что эти отношения, они не навсегда. Если я честно задавал вопросы, понимал, что я трачу ее время, я трачу свое время, но что меня останавливает от того, чтобы сделать шаг в неизвестность и начать, например, встречаться с другими девушками, просто остаться одному. Мне очень важна была вот эта предсказуемость. У меня есть эти отношения, они классные, они у меня есть, мне в них хорошо. Чтобы сделать шаг в неопределенность, и я понимаю, что счастье, оно там. Я, возможно, никогда не найду его, но настоящее счастье, оно где-то там. И это так страшно, это такая неопределенность, что, конечно, шагнуть в нее тяжело. То же самое с корпоративной жизнью. Сидишь в этом комфортном, прекрасном корпоративном, нравится все в целом, все очень комфортно и предсказуемо, но ты понимаешь, что ты не разовьешься, если ты не сделаешь шаг в неопределенность. Если твоя, например, мечта стать предпринимателем, а ты изо дня в день остаешься в этой, как бы, рутине и не можешь вырваться, потому что, возможно, ты не принимаешь высокий уровень неопределенности. Как пример? То есть, когда будет высокий уровень неопределенности, тогда получается человек... То есть это его внутренняя потребность, чтобы было... Это одна из потребностей. У нас, мы все разные. Просто у каждого из нас наша пирамида потребностей, у кого-то выше значимость. Кто-то все про отдавание другим, а про... Если, высокий уровень неопределенности устраивает внешние силы, типа Владимира Владимировича. Он регулярно занимается. То есть живешь все хорошо, он выходит и устраивает высокий уровень неопределенности. Абсолютно. Возможно, ему просто скучно. Он подумал, надо кого-нибудь уволить. И кого-нибудь уволил. У него базовый, он такой же человек, как и все. Его надо полюбить. Ему не хватает love and connection. Его никто не любит. Возможно, я не знаю. Да, да. Какие еще вопросы? Вы помните ту самую точку, когда вы решили уйти из прайс-офф и вступить в этот путь? Вот тот самый день, он в голове есть, когда все, я прощаюсь, ухожу в свою главную. Я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что для меня даже поступить на учебу казалось большим риском, потому что ты 2 года не работаешь. Ты 2 года только учишься. Ну что, давайте, может быть, перед тем, как мы закончим, сделаем... Да. Да, так я вот, собственно, перед тем, как я ехал учиться, я когда уже получил предложение учиться, для меня само решение поехать учиться тоже казалось таким риском, потому что это тоже ныряешь в неопределенность. Я вообще думал, что после первого семестра меня из Йеля выгонят, потому что я реально... Ну, вот этот синдром, импостер-синдром называется, что ты просто туда попал, ну, вообще ни за что. То есть ты понимаешь, что я очень комплексовал, потому что я реально чувствовал себя намного тупее подавляющего большинства людей, которые туда попали. Я думал, что меня реально выгонят. Я садился писать 20-страничные исследования про Китай, ничего о нем не зная. По статистике я вообще не про цифры, как я эти все экзамены сдал. Но, конечно, после этого ты это, вот эту вот неопределенность принимаешь, да? В чем ответ на самом деле? Что я так и не принял решение, на самом деле, уходить. Я просто... принял решение поехать учиться, и когда я оторвался, один из наших больших психологических страхов — это страх детечмента, страх от того, чтобы оторваться от чего-то. Это фундаментальный детский страх, а меня от мамы забирают. И вообще любое расставание, оно всегда тяжело. И я потом, когда вернулся с этой учебы, уже все казалось иначе абсолютно. Контекст поменялся, да. В лидерстве очень важна тема контекста. То есть лидерство вне контекста вообще не бывает. Быть лидером в Силиконовой долине или где-то там в Сибири на каком-то энергетическом предприятии — разный контекст. И вот я поменял контекст, и это, в свою очередь, сменило мою парадигму. И потом было проще уже закрыть это решение, прийти к нему. Так, а что стало катализатором? Да. Простите меня, я не верю в искренность. Ехать в Ель – это оторваться, уезжать из России в Ель. Для любого нормального человека это ступень, наоборот, совершенно уверенность, что дальше будет другое, лучшее, мощное. Это если успешно пройдешь. Я вам признаюсь честно. Ну, когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что... И у меня вот это была мечта. Это на самом деле исследование есть об этом, что особенно в Гарварде и Йеле. То есть туда так тяжело попасть, там типа 6% людей принимают. И когда туда приезжаешь, и ты понимаешь, что окей, сейчас начинается какая-то новая гонка. Ты думал, ты попадешь, и ты будешь чувствовать себя круто, расслабиться невозможно. Ты вообще не спишь, ты конкурируешь со всеми. Ты думаешь, что у тебя не получится до момента особенно первых экзаменов. То есть начинается... Это вот жизнь – некий пустой сосуд. Ты его наполняешь, опять, так сказать, снова. Есть же вот эта тема про искусство счастья и науку достижения целей.
наука механически, мы можем себе простроить путь. Но счастье — это искусство, это выбор, это практика, это фокус. Один из моих ежедневных вопросов — это какие три клевых вообще вещи со мной сегодня произошли? Что хорошего сегодня со мной произошли? Фокус внимания, да, на том, что вообще хорошего было, потому что мы перестаем ценить то, что есть. Тот же Робинс в этом фильме говорит, замените ваши ожидания на благодарность. Откуда вообще ожидание, что теперь в самолете должен быть Wi-Fi? Вся Америка там, если нет Wi-Fi, что за фигня, нет Wi-Fi вообще, реально, что за самолет? И мы начинаем привыкать ко всему очень хорошему. Вы замените ваши ожидания на какую-то благодарность. Но я просто рассказываю, как я это чувствовал, проходил. Сейчас... Скажи про Ель чуть-чуть, такой глобальный взгляд оттуда, но вообще на мир, тем более ты же на Global Affairs учился. Что там вообще думают про Россию? Я могу сказать первое. То есть первое важное понимание, что Ель как некий центр такой международный, он, конечно, не является американским местом. Кто был, кстати, в Еле или в Гарварде? Поднимите руку. В Стэнфорде были? Да. В Гарварде, да? Ну, не, то есть обычный международный, да, очень хороший университет со своими там плюсами. Он, конечно, известен, на самом деле, гораздо больше в Америке и в Азии, и гораздо меньше по сравнению с Гарвардом, это другой бренд, и Гарвард гораздо больше. Но они жутко конкурируют, особенно по спорту, потому что это Лига Плюща и спортивные традиции. Первое, наверное, инсайт для меня, это то, что, конечно, нет ощущения, что Россия такой важный игрок. То есть Россия реально, ты думаешь, вообще никому мы не интересны. Никто о нас реально ничего не знает. Уровень экспертизы в России тоже очень низкий. И я чувствовал себя, конечно, немножко потерянным, потому что мне не с кем просто было это обсудить. И наше вот это ощущение того, что мы важны, там оно как-то очень сильно нивелировалось. Второй инсайт про то, что происходит в Еле. В Еле очень много содержания, и очень, наверное, мало они парятся по поводу формы. Очень много глубины. Это очень глубокое место. Ты очень много там читаешь. Ты каждый день в каких-то безумных разговорах, которые происходят на каждом шагу, про смыслы, про совершенно разные вещи, про людей, которые идут к своим мечтам и приехали для того, чтобы там совершенно что-то новое узнать. Это про, просто, наверное, самых таких ярких и наполненных смыслом людей, которые двигаются к своим мечтам. Ну, то есть это действительно удивительное место. И что еще важно, что это место, где происходит такое кросс-опыление. То есть подруга, которая занимается выращиванием там, клеток, STEM Research делает, приводит меня в лабораторию и показывает, что вот здесь мы будем клетки там, печени выращивать, то-то, то-то делать. Вся лаборатория, правда, полна китайцами, потому что их отношение к работе вытесняет любых американцев, которые... Она единственная американка, которая там работала. И ты на это смотришь, боже, вот это... Я об этом читаю в журналах, это здесь происходит. Конечно, берет за страну, за нашу некое... зависть, да, что, может быть, я просто этого мало вижу, но ощущение того, что мы отстали. И вот это, наверное, мой третий инсайт, то, что очень важно, я в Китай поеду в СИПС, бизнес-школу СИПС, после модуля со Сколково, и там преподаю в Шанхае. Моя мечта наконец сбылась в октябре. И я очень надеюсь, что Китай тоже окажет такой волшебный пинок и собственному развитию, потому что ты приезжаешь в эти места, и думаешь, кажется, вообще я неправильно живу. И тебя дает это волшебный пинок, и ты тебе хочется развиваться. Для меня это кажется очень, очень важным. Я могу... На китайском? Я думаю, что язык там поможет. Группа Executive MBA студентов в школе СИПС. Там язык рабочий английский, но мне кажется, что язык имеет меньшее значение, чем понимание культуры. У меня был предмет по истории Китая, и он заключался в том, что мы изучали историю Китая из настоящего в прошлое. То есть мы взяли ключевые темы для Китая, территориальные споры, семья, потому что семья очень важный институт, тему протестов и тему экологии, потому что в Китае с этим проблемы. Каждую из этих тем мы взяли и проследили вглубь прошлого, и работали с первичными источниками, и разбирались, как современные выражения каждой из проблем, там, от коррупции до вот этой теории с семьей, как она проходит вглубь веков. И это, конечно, тоже взрывает мозг, это жутко интересно, и об этом очень интересно читать и писать. Прежде чем мы закончим, я хотел сделать с вами буквально на 3 минуты самое лучшее коучинговое упражнение, которое у вас когда-либо будет в жизни. Готовы? Да.
Выберите себе пару. Это еще не конец упражнения. Это не конец упражнения. Вам не нужно пару навсегда. То... Знать, не обязательно. Как хотите, это не важно. Просто пару. Выберите себе пару. Нашли себе пару? Кто не нашел пару, поднимите руку. Найди себе пару, пожалуйста. Есть пара? Можно в тройку присоединиться. Все, готово, все нашли? Можете поздороваться с этим человеком и представиться ему в ближайшие буквально 20 секунд, я скажу задание. Познакомьтесь друг с другом. Все, познакомились. Познакомились. Не надо рассказывать всю биографию. Сейчас вы поймете, о чем все. Друзья, в чем состоит наше очень простое задание? Представьте, что вам стало уже очень много лет, вам 95. Допустим, 95. И вы собираетесь через несколько мгновений совершить свой последний вздох. И уже, так сказать, покинуть этот мир. Очень такой, ну, момент, который, наверное, настанет в нашей жизни. Вы можете этот вздох даже порепетировать сейчас, представить, что он 95. Ну и, короче, дальше вы исчезаете. Но у вас есть волшебная способность. Только в Isle of Running такая способность есть. Вы можете путешествовать во времени в этот сегодняшний момент и дать себе два совета. Два совета. Один совет в сегодняшний день, да? Один совет по профессиональной жизни. Один совет по личной жизни. Что здесь важно сделать? Здесь важно не очень много думать, а первое, что приходит на ум, и поделиться по очереди со своим соседом. Можете взять 30 секунд, чтобы подумать в тишине, еще раз подышать, сделать этот последний вздох и поделиться со своим партнером. Надо рассказать, что пришло на ум тебе, и по очереди это сделать. Закончили? Закончили. Закончили. Что я вам, друзья мои, хочу сказать, что вот то, что вы сами себе сейчас посоветовали, вот главная мудрость в том, чтобы теперь это делать. Ура! Это вы электрички из Михаила, когда мы уезжали из Ели от Сергея. Это я, это я. Я очень изменился с момента. Вот, и как ты похудел? Для меня эта поездка в Ель, она такая трансформационная была. Я во многом задумывался о том, как я живу, о том, куда я стремлюсь, что я делаю, о том, что я не делаю. Я надеюсь, что для кого-то сегодняшний вечер тоже стал таким... остановкой в пути, в которой, может быть, вы задумались или задумаетесь о том, что вы делаете, куда, как, зачем. Вот в этом сила. Одну вещь хотел, с которой я хотел вас оставить. Недавно на меня снизошла великая мысль. Один такой прорыв в моем понимании того, что я пытаюсь сделать. Я понял, что мне нужно поменять две вещи. Цели и некие, скажем так, намерения. Да? Сейчас... Сейчас у меня родился второй инсайт. Спасибо большое за это. Я понял, что все те цели, которые я формулирую, там, с точки зрения денег, там, проплыть 5 километров, там, что-то про Китай, ну, какие-то свои цели, что эти цели на самом деле скорее намерения. Да? Чем цели отличаются от намерения, что это скорее пожелание в будущее себе, и нет такой жесткой привязки к этому. То есть получится супер, не получится, и это не конец света. Но главной целью становится то, как вы живете здесь и сейчас. Если вы счастливы здесь и сейчас, независимо ни от чего, если вы сегодня побегали, поплавали с утра, и это дало вам вот это состояние гармонии здесь и сейчас, и хорошего, счастливого состояния, это гораздо важнее, и это становится самой главной целью.
А все остальные вещи, они вторичные, скорее становятся намерениями, которые, ну, произойдут хорошо, делаю максимум для того, чтобы это произошло, фокусируюсь на усилии, но здесь и сейчас мне хорошо. Вот, наверное, главное, с чем я хотел вас оставить.